Оранжевый цвет – это символ творчества. Синий – развитие интеллекта. Фиолетовый – это наши мечты. Зеленый цвет юности и развития. Красный – это сила и спорт. Чтобы краски детства были яркими и насыщенными, ребенок должен развиваться во всех направлениях. О добрых, талантливых и таких непосредственных. О наших детях наш новый проект, который называется «Краски детства». Проект, посвященный 80-летию Дворца творчества детей и молодежи. Скользить по паркету в благородном медленном вальсе или прыгать в заводном беззаботном джайве. Спортивные бальные танцы невероятно популярны по всему миру. И сегодня среди увеличившейся конкуренции сдавать позиции не собираются. И все же это спорт. Невероятно эффектный и изящный, но все же спорт. А значит, и развивает в ребенке и веру в победу, и чувство прекрасного, выправляет осанку и помогает наладить контакт со сверстниками. Иногда в паре происходит противоречия, и после этого мы учимся исправлять ошибки и тем самым начинаем общаться. Трудности проявляются в том, что надо понять человека, куда он пойдет. Конечно, прежде чем встать в пару, нужно потрудиться и отработать каждое движение отдельно. Ведь прежде чем чувствовать другого человека, необходимо научиться слышать собственное тело. Хотя не все современные бальники стремятся в пару. У нас спорт рассчитан на танцевание в парах. Но буквально вот 2-3 года назад у нас появилась программа соло. В соло танцуют дети отдельно, девочки и мальчики. Они очень любят выступать в сольной программе. Им не нужно, даже те, которые танцуют в паре, они все равно часто говорят, а мы хотим танцевать в соло. Соло – интересная программа, они могут себя показать, показать на конкурсе. Они также зарабатывают разряды и баллы в соло-программе. Спортивно-танцевальный клуб «Юность» принимают ребят, начиная уже с 4 лет. На этом этапе важно развить координацию движений и чувство баланса. Постигая основы, ребята, самое главное, учатся держать спину. Становятся пластичнее, формируется чувство ритма. Наши задачи – это заинтересовать детей, научить их тонкостям нашей бальной хореографии, потому что она отличается от хореографии общей. Тонкости, понимать себя, чувствовать музыку и чувствовать, самое главное, этот танец. Как и в любом спорте, в спортивных бальных танцах все свое умение можно показать на соревнованиях. Во Дворце творчества детей и молодежи они проводятся регулярно. Это возможность посмотреть и на старших, более сильных спортсменов, и ощутить вкус победы, чтобы было к чему стремиться. Основная у нас программа – это спортивные бальные танцы, конкурсные. К этому мы готовимся. В этой программе латиноамериканские танцы и западноевропейские танцы. Мы выступаем на российских соревнованиях в нашем городе. Естественно, что мы выезжаем в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары. Шикарное платье, рядом галантный кавалер и восторженные взгляды зрителей. Разве можно еще найти спорт, более похожий на мечту? Занятия танцами обычно поднимают настроение, когда ты приходишь сюда каким-то грустным, вялым. Обычно после тренировок всегда уходишь совсем с другой стороны веселым. Настроение поднимается. Люблю очень танцевать, потому что это, во-первых, красиво, и здоровье поднимает, иммунитет. И это мне очень нравится. But home.